А до сцени ризикує не дійти ось ця красуня. Вже кілька годин щонайменше половина чоловіків у холі намагається забрати привабливу незнайомку з кастингу одразу на побачення. Меня зовут Диана Иваницкая-Шорикова, мне 16 лет. Я модель в Париже. Я люблю повыпендриваться. Меня один раз выпустили, кстати, на показ Victoria's Secret. Там, в общем, не важно, какая у тебя грудь, какая у тебя попа и рост. Там главное, чтобы очень хорошо сел лифчик и трусики. Вот, было очень круто. Вот я хожу, раз пошла, раз зафиксировалась, и все. Ну, я не чувствую ничего. А когда я пою, каждая моя ноточка для меня, лично для меня, это мурашечка каждая по моему телу. И это такой кайф и драйв. Есть шансы стать уже звездой и на сцене X-Factor'а. Для этого нужно хорошо спеть. Да. Будешь стараться? Я постараюсь, но я не знаю, мне так страшно почему-то. Да, но вспомни, когда были какие-нибудь ответственные показы, когда ты выходила, тебе нужно было собраться. Но вспомни, как это важно себя суметь настроить. Можно мне уже? Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Диана, я из города Запорожья, мне 16 лет. Голосуем, нет? В Порожье голосовать просто даже без пения, но мы вас просто так не отпустим. Диана, что вы нам споете? Я спою вам «All the Men» Витни Хьюстон. Пожалуйста, да. Me love more love than I've ever seen.
Это очень стильно, это очень эффектно. Я смотрел как завороженный. Только вы взяли вот вы первые ноты, жест, мимика. Это было восхитительно. Я говорю «да». Но у нас не конкурс красоты. Какой бы невероятной, дивной красоты вы не были, у вас нет шансов на шоу X-Factor. Рубишь женскую красоту, Серега. Мы твое мнение уже выслушали. Можно я скажу? Диане 16 лет. Всего 16 лет. И вот так уверенно, и такую сложную песню. Для меня это абсолютное «да». Игорь, ты до сих пор ошалевший сидишь. Диана, а ты умеешь ходить по подиуму? Умею. Ну, пройдись туда-сюда. Иди. А тепер розвернись туди в куточок. От там от куточок, отак. І йди туди. Іди, все, до побачення. Іди. Ще ніхто так гарно не йшов у тренувальний табір, як ти. У тебя три, да. И ты проходишь дальше. Спасибо, прямо большое. Прямо в табор. Я скажу вам, что она первая модель вообще за 3 года. Иди, зайчик, иди. Слушай, ну правда, классно, красиво. Чуть не расплакалась, это такое было. Мама плачет уже. Я не ожидала вообще, серьезно. Я думала, что Серега все скажет. Нет, ну как бы я знала, я видела, как он смотрел на меня такими злыми глазами. Но я покажу вам, что я умею петь. И модели, я говорю за всех моделей, что все талантливые. Все умеют петь. Может быть, и не все умеют петь. Может быть, и не все талантливые. Но ты прекрасное исключение. И я очень рада. Я тебя поздравляю. До встречи в тренировочном лагере. До свидания. В данный момент я поняла, что я все смогу. И тренировочный лагерь тоже я смогу. Вы все это слышали?